Итак, лечение на сегодня такое. Покупаем в магазине ржаную муку. Замешиваем классическое тесто на ржаной муке и воде. И ставим его, чтобы оно подходило. Когда вы увидите, что оно уже там бульбочки всякие начинают увеличиваться, на вкус становится кислым, то есть используем дрожжи, все как положено. Вот тогда все супер. Можно использовать данное тесто для лечения воспалений седалищного нерва. Берем марлю. Ну, марля должна быть большая. Можно в 2-3 слоя даже марлю. То есть делаем марлю полностью по всей пояснице. Если у вас боли заходят и на ягодицу, там на ноги, желательно тоже эти места предусмотреть. Берем, раскладываем на себе сзади, на пояснице марлю. Конечно же, это должен делать какой-то из членов вашей семьи. Сами вы, наверное, так не сделаете, или будет очень сложно. Раскладываем марлю на больном месте. Дальше наше тесто берем осторожно и расформировываем на марле довольно толстым слоем. Ну, примерно пару сантиметров будет идеально. Дальше сверху можно покрыть каким-то куском полиэтилена или стретч-пленкой широкой. В общем, все сверху покрываем полиэтиленом или стретч-пленкой. Дальше. И необходимо качественно все это укутывать. Такую процедуру нужно делать непосредственно перед сном. То есть, когда вы все уже укутываете, сразу нужно уже не вставать, а ложиться спать. Укутать, в принципе, можно чем угодно. Можно использовать шарфы, можно использовать медицинскую ленту можно использовать. В общем, этот весь наш компресс из теста хорошо к себе привязываем, чтобы мы могли спать и чтобы ничего там далеко не уехало. Так всю ночь. Утром встаем и осторожно, без мыла, все смываем. Просто стараемся просто водичкой все смыть. В течение дня также все укутываем. Никаких сквозняков, никаких морозов желательно, чтобы не было. Такую процедуру делаем один раз в день, каждый день, до наступления результатов. Можно применять какой-то еще один или два рецепта. Вот такой отличный рецептик для вашего здоровья я вам сегодня и рассказал. Если вам нравятся мои рецепты, поддержите меня. Поставьте пальчик вверх, поделитесь с друзьями полезными видео, напишите мне маленький комментарий, даже просто слово спасибо. Это будет мне очень приятно. Будьте здоровы и до новых встреч!